Белорусское военное ПВО сбило российский военный ППЛА, но для объяснений сложившейся ситуации был вызван украинский посол. У Лукашенко просто вылазят из штанов для того, чтобы из анекдотической ситуации создать очередной кровавый конфликт на территории Европы. Старый маразматик не знает, как еще сильнее выслужиться или глубже прогнуться перед Путиным для того, чтобы как можно дольше задержаться у руля власти Белоруссии.